девчонкам пошла. Где-то волосы мокрые, конечно. Ну ладно. Привет вам всем! С праздником, вербное воскресенье! Смотрите, сколько народу много. Ну, правда, это вербное воскресенье у нас на прошлой неделе было в Испании. Так, они сказали, что где-то около Регат парка сидят. Так, как бы это надо так идти, чтобы не трясти телефон. А, искупалась я прямо первый раз. Просто как бы нырнула. А второй раз уже так это чуть-чуть даже немножко поплавала, побулькалась. А, вообще такое... Ну, я не знаю, как энергию прямо дает, так это как будоражит, и потом настроение поднимается, вообще класс. Супер. Как все-таки мне море не хватает, море энергию дает. Ну ладно, побегу девчонок искать. Может быть, они там сидят? Что-то не похоже. Ой, что-то я даже мелочь не взяла, если там в бар сходить. Нет, вроде там их нет. О, спасатель появился. Вчера еще не было люди-спасатели. Тихонечко. Красота. Сейчас с девчонками пойдем покушать. Сходим покушать с девчонками сейчас. Ну, в общем, я думаю, что я выдержала 4 недели. Можно теперь себе KFC позволить. Пойдемте. Смотрите, какие собачки. Люди, так пахнет, вот это просто чудо. Все стоят, все делают видео, все это, все фоткают. Ой, смотри, ты так возьмешь эту пчелу. Да. Там пчела, что ли, была? Нет, ничего не было. Вот, все делают фотки. А запах-то какой, просто супер. Это вот у нас этот Сурфмар. Обычно очень много французов, просто вообще. Туда я когда, ну, отдавала туда резюме, ходила на интервью, там сказали, нам надо, типа, чтобы французский натива был, ну, то есть как родной. И не взяли. У меня так себе, что французский. Так, показываю девчатам район богатый, где виллы. Вот, как хорошо. Мы все на одной волне друг друга нашли, и слава богу. Никаких споров у нас, ничего нету. Хотя даже у нас как бы там с религией, блин, чуть не упал. С религией как бы, ну, не совсем мы тут это как бы солидарны. Ну, мы как-то не спорим. Каждый имеет свою свободу. Каждый по-своему смотрит. Так что, не знаю. Слушайте, как тут красиво. Прям ромашки эти. Красота такая. Мне так этот вообще домик так нравится. Ой, надо смотреть под ноги, так как бы не упасть. Вот такой домик. Вы знаете, вот идешь, а когда солнце жарко. Как вот это ветерок, так, блин, холодно. Вообще не знаю, как одеться. Знаешь, как одеться даже вообще. Вот сейчас мне жарко. Сейчас иду, жарко так. Вот так вот оделась. По сыножках иду. Волосы высохли уже. Мне писали, как называется. Ну, я ж такое не запомнила.
какое-то такое слово вообще, да. Такое не запомнишь. А вот эти шалеты-то вон там строятся. Еще один шалет. Называется так по-испански. Это уже я немножко себе взяла. Смотрите, вот тут. Сейчас девчонок жду. €9 стоит. Ну, раньше 7 было, помните, показывали. Сейчас уже. Ну просто сейчас праздник. Это просто праздник. Да, да, блин. Сарас. Стакан улетел. Вкусно. Вкусно, вкусно, все. Я редко жареная. Thank you.